Ну что, продолжаем. Да, я буду иногда делать такие перерывы. Да, я знаю, что вороны иногда прилетают тырить наши семена. Надеюсь, что этого не произойдет сейчас. Так, между прочим. Я знаю, что здесь можно делать сундуки. Интересно, как? Подождите, skills, social, map. Так, крафтинг. Ага, сундук, 50 дерева. Ну, сундук мне определенно понадобится, так что давайте сделаем сундук. Бам, сундучок. Так, где бы... Давайте вот... Не, боюсь их рядом с камином ставить. Давайте вот здесь сундук воткнем. Я не могу его здесь поставить или что? А, да, я не могу его, видимо, здесь поставить. Хотя причина, если честно, мне не ясна. Так, а как мне его? Ага, понятно. Просто тык-тык-тык-тык. А, вот теперь вид. Здесь, видимо, ковер стоит. Здесь живут все вот эти вещи. Но здесь могут жить пару сундуков. Ну, ладно. Нет, здесь так здесь. Какая разница? Так, уберем вот это все дело, оно мне не нужно. Так, давайте сделаем так. Так, возьмем, наверное, вот это, вот это, вот это, вот это, а потом вот это, вот. Вот. Более-менее майнкрафтовская раскладка для меня, так что... Так, органайз. Сортировка инвентаря. Ну, хорошо. А, вот сюда складывать эти. Да, я думал, в этот ящик. Ну, хэштег я не тупой. Так, it will be nice. Есть что? Так. Ну, короче, надо со всеми пообщаться. Это один квест. А, cultivate and harvest персни. Да, культивировать и собрать. Ну, посадить и собрать вот эти вот семена, которые нам дали. Visit the beach south of town before 5 a.m. Так, короче, я натырю здесь цветов. Я знаю просто, что они здесь есть. Я буквально там пару видео посмотрел. Надеюсь, никто не против. Можно забор вообще разобрать на доске, я надеюсь. Нет. Ну, блин. Никакого погружения в сельскую жизнь, а? Ну, что такое? Так, вот у нее какой-то, или у него, или вот здесь где-то растет. Да, это какая-то штука для ягод, видимо, да? Прикольно. Блин, эти плотные деревья просто так напрягают. Я не могу пройти через кусты. Это такой... Такой странный момент в этой игре. Но с другой стороны, ходить надо вообще по деревьям. Ой, по деревьям, господи. Так. Мэп. О, тут кто-то кони двинул. Кто-то под ником Сювер. Или под именем, я не знаю. Да и фиг с ним. А, только вещи рядом с собой могу ставить. Вот это дурость. Если честно. Ахой, сынок. Слышал, ты новенький в городе. Наконец-то я встретил тебя. Я все еще пытаюсь не качаться. Но unwind, я так понимаю, что это вот именно, ну, как бы, состояние после качки. From a month out of the salty seas. Ну, после месяца, проведенного в... Salty, я не знаю. Salt, по-моему. Я все еще пытаюсь избавиться, типа, от качки после месяца, проведенного в соленых морях. Это было большое... Холл. Как холл переводится? Ну, короче, приключения, достижения, типа того.
I sold a lot of good fish. Я продал много классной, вообще клевой, офигенской рыбки. Наконец-то... Немножко скопил, чтобы купить новую удочку. Что-то вроде того. На тебе удочку, короче. Here, I want to have my old fishing rod. А, держи за мою старую удочку. Ну, спасибо, блин, мужик. Знаете, такой, смотри, какая у меня удочка, смотри. Катушка, смотри, 25 скоростей, короче. Она вообще, она просто божит. Вот эти вот кольца, они титановые, чувак, они титановые. А вот это вот кончик, видишь, кончик, да, гибкий просто вообще. Он чувствительный, он просто планктон ловить можно. А, что, тебе? Да, держи вот эту ореховую палку. It's important to me that the art of fishing stays alive. Это важно для меня, чтобы искусство рыбалки оставалось, ну, не пропало, не погибло, осталось живым. Не совсем правильно осталось живым, звучит. And hey, maybe you'll buy something from the shop once in a while. Да, и может быть что-нибудь еще купишь там. В магазине, типа. Давай. Все. Та-да-да-да-дам! Я же говорил, блин, он дал мне бамбуковую удочку. Долбаную бамбуковую удочку. Мужик, ты держал когда-нибудь в руках бамбуковые удочки? Не, ну ты, наверное, держал. Вы держали когда-нибудь в руках бамбуковые удочки в чате? Они ж тяжелые, писец просто. Я знаю, о чем я говорю. Она жесть какая тяжелая. Но сейчас он похож на Ильича. Да, типа, тут можно ловить рыбку. Бла-бла-бла. Oh yeah, my shop's back open now. So come by if you need supplies. А, какой хитрый дед вообще, какой хитрый рыбак, блин. Вилли, ты охренел. Он подарил мне удочку и потом такой, эй, ты можешь у меня кое-что купить для рыбалки? Эй, просто намекаю. Я типа тебе рад, на самом деле хочу тебе впарить всякую хрень. Окей, окей, мужик, я понял. I also buy anything to anything you catch. Ну и куплю весь твой улов. If it smells, it sells. Окей. Hey. It's way my... Anyway. Короче, ладно. Балабол. Норм удочка? Не знаю. Я знаю, что здесь рыбалка абсолютно долбанутая. Так, у меня контроллер вибрирует на столе. Пардон, если кто слышит это. Короче говоря. Сейчас я его на что-нибудь помягче положу. Сейчас у меня полотенчик для кальяна лежит специальный. Ой. Сейчас вот на него кину. Я не знаю, там, сейчас поищем вибрацию, отключим. Боже, я задел все-таки. Мы поймали Sunfish на 5. Плюс 13 energy, плюс 5 health. Нормально. Так, options, подождите. Авторан, show portraits, hide tool, hit location when moving, pause when game windows inactive, диалог, footstep sounds, меню, контроллер, rumble. Так, это настройки. Во. Я так понимаю, что мы это отключили. А, ну да. Короче, суть в том, что когда рыба, она перемещается по... Да, блин. Я подсекать должен или что? Я не понимаю, я должен подсекать или не должен подсекать? Вот, когда вот эта рыбка перемещается вверх-вниз по шкале, нужно держать ее в зеленой полоске. Это охренеть как неудобно, потому что для этого нужно долбить кнопку.
Это напоминает мне хорошие времена, когда я играл в Lineage 2. Да, надо подсекать. И... Но, да ужасно. Если это не выглядит плохо, просто, блин, попробуйте это сделать. Это отвратительно. Нет, серьезно, это отвратительно. Это с двух попыток это уже отвратительно. Зулин на это жаловался, я теперь понимаю, почему. Это не выглядит абсолютно так сложно. Но это, блин, охренеть как сложно и неудобно. В смысле, сложно держать. Я вырастил, господи. Мужик, ты идиот. Это сложно держать эту рыбу в зеленой полоске, потому что она мечется туда-сюда. Это просто нахрен невозможно периодически. Вот, а насчет линейки, да, было круто, потому что... Потому что там тоже нужно было ловить рыбу. Вот я ловил рыбу, прокачивался за эти билетики. Все, валим, короче, отсюда. Короче, он закрывает магазин и идет ловить рыбу. Хорошо, никаких проблем. О, короче, я не могу этот... Какая-то статуя сатаны находится в кустах. Да, надо добираться до дома, короче. Красиво вообще, красиво. Ну так, не то чтобы это супер какой-то спрайтовый графен, но, по крайней мере, он как-то оправдывает себя, в отличие от большинства инди современных, которые делают пиксели ради пикселей и, честно, уже задрали этим. Но тут я хотя бы могу понять, да. Они там косили под некоторую игрушку под названием Harvest Moon. Ну, по геймплею, да. Я не играл, потому что она вышла на сосолях и только на сосолях. ПК царей опять обидели. Вот, но... Здесь это вполне себе. Чего не скажешь там. А вообще о большинстве, наверное, игр. Инди-сцены современной. Так, давайте попробуем еще немножко половить рыбу. Ну, охренеть теперь. Я хочу попробовать половить рыбу и как-то потренироваться в этом навыке, и потом еще продать мужику всякую штуку, а тут дождь идет, он достаточно приятно выглядит. Ну, кстати, привет, Наонами. Разве не легче на геймпаде с его тонким управлением? Не. На геймпаде, насколько я знаю, от того же Зулина надо долбить X. Так что там, типа, без разницы, то есть даже если у тебя геймпад, ты все равно в той же жопной ситуации с рыбалкой. Да, Туман Сибири, привет, кстати. Так, ракушечки. Мост починить надо. With 300 pieces of wood that could be fixed. Короче, мне надо 300 кусков дерева, чтобы это починить. Ну, понятно. Более-менее понятно. Не знаю, насколько весело на это смотреть, но играть в это весело. Может, это... Нет, чайку мы не зафигачим. Ну ладно, а жаль. Чё, так хотелось. Да, на передвижение тоже энергия тратится, так что надо рассчитывать свои путешествия. Ура, я поймал сардину. 1 инч.
Ой, 1 дюйм это получается, да? 1 дюйм это что-то около 2,5 сантиметров. Серьезно, вот так сопротивляется 2,5 сантиметровая маленькая рыбешка? Ну вы наркоманы. Да, ну зато ресторит как бы устанавливает она также. Плюс 13 энергии, плюс 5 хп. Довольно-таки медитативная штука. Есть мнение, что я забыл полить растение. Да брось ты эту удочку дебильную, придурок. Суп из траут, я не знаю, как он переводится. Мамбу пол. Так, за 30 монет я могу продать ему санфиш. 100 монет за вот эти две, за каждую ракушку. То есть, за две или за каждую? А, ну, видимо, за пачку. Ну, тоже неплохо, блин, я их вообще на берегу нашел. Не знаю, сколько они там полезные. Да, фу, блин. Я все забываю, что левой кнопкой делать, правой это самое. World's been full of rising wrinkling worms. Ну, типа, извивающихся червей. It smells something awful. Ну, конечно, черви, они же навозные, ты кретин, блин. Ты видел каких-нибудь навозных червей? Знаешь, в чем они живут? В навозе! Лягушачьи яйца. Это еще хуже. Так. Блин, я не понимаю, где оно. Здесь две, что ли, самое? Pink shrimping moving around in there. Я не знаю, что это такое. Little shrimp. Chum bucket. Отлично. Если здесь chum bucket, значит напротив должен быть Krusty Krabs. This little pink shrimping. Я не знаю, что такое shrimping. Может... А, креветка, креветка. Да. Shrimp, это креветка. Точно. Я креветку. Так, я смотрю тут эти. Да хватит кидать удочку в пляж, ты дурак. Неразумный, сволочной, бородатый мужик. Не надо так делать, пожалуйста. Во время дождя не нужно поливать, но я все равно хочу проверить. Но в смысле очень тупо будет потерять свой первый урожай, потому что... Ну, я знать должен как-то. О, тут можно потырить всякую штуку. Класс. Дофодил. У меня есть дофодил. Звучит как название препарата. Так, а я могу здесь, да, пройти? Да ну ты, слышь, еще раз кинешь удочку, никогда так больше не кинешь. Туда лес, туда город. Понял. Не дурак. Может, корову украдем? Ну, видимо, нет. Какой-то бомж тут пристроился под наш забор. Ну чё, это бывает. Так, короче, прорубаем дорогу к дому. О, 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 камушки. А, что? Isn't strong? Да это must strong, просто как-то, не, most strong, strongest pickaxe, короче. А, вон, а ей инвентарь открывается, это хорошо. Блин, потому что через траву ходить не могу, это напрягает слегка. Я, конечно, понимаю, что я, там, не могу ходить через стены, например. Но, эй, через траву, это же хреново трава. Так, я почти дома. Дорогая, я дома. Да, действительно, не надо плевать, наверное. Да, эту хреновину не надо плевать. Так, ну что, давайте посмотрим, что у меня тут.
Блин, а как перетаскивать по инвентарю? Или только вот, вот так вот? И, кстати, инвентарь у меня пока что не открыт вот этот, да? Вот эти две линии у меня... Чем-то надо открывать их. Наверное, каким-нибудь рюкзаком или там улучшенным, или типа того. Да ну, блин, проходи уже. Просто что-то видел. О, уголь. Эй, я добыл уголь. Надо добыть железо, короче. Скрафтить печку и пережарить немножко дерева. Или это не та игра? Самое занятное, что после этой игры я реально пойду примерно тем же заниматься, только в Майнкрафт. Тоже, у меня тоже там будет ферма, у меня тоже там будет там кирка, мотыга. Ну, я буквально фермами пойду сегодня заниматься. Я это планирую. Потому что мендинг сам себя не добудет. Ну да ладно, мы сейчас не об этом. Так и Фростволкер, кстати. Я хотел половить рыбу, но вместо этого бегаю, блин. Расчищаю территорию, которую не собирался расчищать просто вообще. Чтобы открыть инвентарь в магазине, где продаются семена, там можно купить рюкзак. Понятно, спасибо, Линкс. Странно, что музыки нет. Она то есть, то нет. Может быть, из-за того, что я сворачивался пару раз. А, блин. Я не то выбрал. Что-то ничего не рубится. Действительно, почему бы. Вот файбер, вот эти кусты. По-моему, вообще фибер это типа волокно какое-то. Но можно ли из него что-то делать? Вот это вопрос. Ну, то есть, в действительности можно ли с ним что-то сделать? Это я пока не знаю. Именно в этом направлении. То есть, понятно, что с ним что-то можно сделать, раз это материал. Он должен быть добавлен не просто так. Вообще достаточно сурово. Пару деревьев на один долбанный тот самый. На один долбанный сундучок. Это сильно. Да, кстати, смола везде одна. Ну, кстати, вот если вот из ели, то понятно, почему смола. Потому что, ну, все знают, что смола такая липкая. Но если, например, я срублю какую-нибудь яблоню, там не будет никаких... Ну, то есть там есть смола, да, это образуется, но это немножко не то. Смола хвойных, она... Другая. Мягко говоря, слегка другая. Так, да, ну сейчас я уже доработаю. Так, Mixed Seeds мы оставим уже на следующий раз, наверное. Хотя, о хрена. Ну так, чисто на всякий случай. Вот, пусть растут, я думаю, что это не беда. Так, ну я добыл некоторое количество угля, еще некоторое количество вот этого, я понятия не имею, зачем оно мне. Давайте поспим, пойдем знакомиться уже с людьми. А то как-то это затянулось немножко, мое знакомство с этими товарищами. Да ты дурак. Advertisement. I keep fighting cool stuff, but my backpack is full. Does this sound like you? Well, Pires got you. Ну, короче, это реклама, да. Мне рассылают спам даже в этой хреновой игре. Где мой отблок? Тузик, ко мне. Будешь, короче, этому спамеру отгрызать по одному яйцу. Когда он будет приходить. Stop by Perry General Store today and check out of... check out our affordable size. 24 бэкпэка, блин. Вы не хотите же мне сказать, что...
9, 10, 11. Вы же не говорите, что... Только не говорите, пожалуйста, что здесь 24 рюкзака, и каждый из них по слоту открывает. И стоят они миллиард золота. Пожалуйста, только не говорите мне это. В третий раз что отгрызать будет? Я не знаю. Так, автобус сломан. Автобус для дебилов. Так. Куда же дальше-то? Так, я знаю, что где-то здесь должны продаваться семена, но я пока что не знаю где. Ну, то есть, я не очень смотрел человека, ну, я не очень смотрел... Так. Кажется, у него собачка сдохла. Я не очень смотрел человека внимательно, который играл в эту игру, так что... Так, ну это не похоже на то здание. Я думаю, что там должна быть какая-то вывеска, типа, семена для идиотов, идиот сюда. Я такой, о, класс, меня приглашают. Отлично. Всегда мечтал копаться в помойках. А, фестиваль яичек, короче, будет 13 числа. 24 будет цветочный, цветотанец, короче. Ну, видимо, какая-то выставка цветов, я так полагаю. Винсент Бёздей, Льюис Бёздей, да и... Да и хэппи бёздой с ним. It's Locket. Да блин, ты урод, короче. Человек. Человек, человек. Официант. Официант, принесите человека вот сюда, пожалуйста, за этот столик. Он не хочет работать. Я доложу вашему начальству, чтобы не опаздывайте. И вас не закроют. И не уволят. Да. Может, порыться в помойке еще немножко. Блин. Вот, это продавец? Нет, не продавец. Давайте пока, короче, по помойкам пошерстим. Ну, просто посмотрите на, его, на моего персонажа. Он выглядит как тот, кто копается в помойках абсолютно каждый день. Давай, давай. Так, что у нас тут? Почему бы... Это Слокет. Блин, да ладно! Надгробие закрыто? Правда? Не, ну если это не надгробие, то я не знаю, что это такое. Чё? Да вы чё, люди, ничего не выкидываете, что ли? Простому панку даже пожрать нечего. Я уже 4 дня не ел, сволочи. Ну что, ты открыт уже? Отлично. Оу. Так, сейчас с перспективой мои глаза свыкнутся. Хорошо. Так, у него можно купить рыбку. Нет, спасибо, мужик, я ее продал недавно. Охренеть, у тебя цены. А, так, у него есть плитка, у него есть обои, у него есть... Какое-то домашнее винцо, масло, рис. Мука, сахар, трава. Grass starter, place this on your farm. To start a new patch of grass. Я так понимаю, что это... Ну, типа один кустик или она разрастается? Непонятно пока. Это канализация? А, ну ладно. Just seeds. Plant in spring. Take 7 days to produce a blue puffball flower. Spring, spring, spring. Spring это, по-моему, весна. А где здесь написано, что это весна? В смысле, я не вижу. Collection. Да, кстати, здесь собирать можно просто кучу всего. Я не знаю, как это получать. А, ну, наверное, просто добыть семена, да, добыть. Как этот. Здесь ачивок. Ачивок, кстати, мало. Очень мало. Но я так понимаю, что ачивки будут расширяться. Судя по вот этим спискам, короче.
автору просто доставляет делать всякие штуки, поэтому это все будет, наверное. Я надеюсь. Крафтинг, wood fence, gate, torch. О, можно факелы делать. Так, что у тебя еще есть, мужик? Ну, всякие сэплинги, да, саженцы. А, вот так саженцы выглядят, все, понял. Окей. Ничего, даже украсть ничего нельзя, слушайте. Отстойный какой магазин. Стоп, там что-то было справа еще. Я туда могу как-то попасть? Да, я могу как-то сюда попасть, но... Но это типа... Ни хрена себе, мужик, ты что, сектант что ли? Что это такое? Алтарь в ёба. Это ёба-алтарь, короче. Мы буквально нашли ёба-алтарь. Нет, серьезно, ребята, это ёба-алтарь. Это культ ёбы. Я просто... Я читаю то, что я вижу. Так, да. О, здравствуйте, миссис Задрот. Эй, привет, ты должно быть Дионикс, новый фермер. Я Кэролайн. Блин, сорян, не договорил. Мой муж run the general store. О, держит здесь магазин. And have you met my daughter? Возможно, мы встречали мою дочь Abigail. She's the pale one with the purple hair. Ну, она та, что с пурпурными волосами. Она миленькая. Эй, там Эбигейл, я хочу на нее посмотреть. Эй, бородатый мужик хочет поиграть с девочкой. Плохо. Это звучит не очень хорошо. Так, а здесь говорят, можно... Там, где продают семена, мне сказали, можно купить и рюкзаки. Но я что-то в упор не вижу. Либо я долблюсь в глаза, либо я не туда пришел. Так, ну пока мне не нужны семена, я пока соберу то, что у меня есть. Я не вижу ни одного рюкзака здесь, так что типа... А! Ага! 2000 золота. Хрена себе. Они достаточно дешевые, говорили они. Not now. Пойдемте половим рыбку, я хочу попрактиковаться в этом. И, наверное, зайдем еще вот в этот дом, посмотрим, что у нас тут. Эй, привет, сосед. Алекс. Выглядит как Брок из покемонов. Oh, hey. So you the new guy, а? Клёво. Типа, эй, ты новый чувак, прикольно. Круто. Потрясающе разговорчивый молодой человек. Стой, женщина! Стой! 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 Да, господи, это мужик. Блин, подстава, валим. А, новый фермер, которому все ожидали. Who's arrival has sparked many conversations. Я не знаю, я Элиот. Я живу в маленьком, не знаю, как пирать, скребен, by the beach. Наверное, какая типа... Короче, в какой-то маленькой халупе живет. It's a pleasure to meet you. Рад был поговорить с тобой. Рад был встретить тебя. Да ну, блин, ты дурак, мужик. Хватит. Стой, тянка. О, ура, женщина. Мы счастливы иметь библиотеку в таком маленьком городе. When you're lost in a book, it's easy to forget the realities of your life.
Так, ну это библиотека, видимо, да? Ну, это, хрен знает, что это такое, но здесь никого нет. Traditional tea sitting, the mayor... А, это домик мэра, да. Это место для чайных церемоний. Японских, видимо. А может и китайских, и черт знает, я в них не разбираюсь абсолютно. Да, мэр pretty serious about tea. Он очень серьезен с чаем. Просто никто не шутит с чаем, никогда. Если ты шутишь с чаем, возможно, тебе твоя жизнь не это, недорога абсолютно. Никто не шутит с Зоханом, с Чаком Норрисом и с чаем. Потому что чай карает. Да, вот в этой вот... А, хижина, ой, я слово забыл. Хижина. Он живет в хижине. Не могу я цветочки с клумбы тырить, Несси. Это игра не про воровство цветочков, она про выращивание. Здесь давайте половим. Тоже стоя рыбу ловит, а? Нет, ну я ловил. Но эй, мне было 7 лет. И ноги к концу, конечно, охреневали. Ну вот, блин. Да, рыбалка сосет. Сосало, сосет и будет сосать, если они ничего не поменяют. Я поймал херинг. Не знаю, что это такое. Надеюсь, ничего плохого. Что-то я заслопочил. Да, Настя, спереть все еще и пойти на сельскую дискотеку. И подраться с местными обязательно, чтобы зауважали. Да, просто процесс рыбалки в таких играх, мне кажется, должен приносить некое удовольствие. Ну, как бы все остальное нормально сделано, я не знаю, в чем проблема, но вот... понятно. Буду знать. То есть надо как бы и рыбу, и сокровища. Оно не то чтобы слишком сложно, но просто это какая-то слишком... это слишком сложно для того, чем оно является. Назовем это так. Так, мужик, не подходи ко мне так сзади. Эй! Блин, этот ползунок, он просто скачет как говно. Нет, серьезно, он слишком сильно скачет. Он пружинит. Если бы он как-то двигался более-менее, то хорошо. Если бы можно было просто мышкой вот так вот... можно. Нужно было. Дрифт. Вот, плавняк. Он пружинит, он отскакивает от краев. Это вообще жесть. Это вообще, блин, как называется?
Не, ну Несси, реальная рыбалка это реальная рыбалка. В реальной рыбалке все равно все проще ловить. New рекорд. Ха-ха. Ха-ха. Я поставил какой-то рекорд. Угу. А это что? Я понял. Да. Мамбл, мамбл, бубнит или что-то такое. It's all tell you about my... Блин, да что он закрылся опять? Забодали. Короче, мне надо идти на ферму к себе. Положить рыбу в сундук, очевидно. А потом вернуться и продать ему ее. Он просто, он... Блин, ну это реально какой-то натян похож, но это мужик. It's a trap! О, смотрите, вот это точно мужик. Сэм. А, привет, я Сэм. Ну, рад видеть тебя. Хорошо, хорошо встретить тебя, или что-то типа того. Какой, какой дружелюбный. О, как дружелюбно. Так, блин, да забодало меня это кладбище уже. Короче, я пойду через верх. Ну его нафиг. Через бурьян там пробираться. Я, конечно, уже прорубил себе вход домой, но это неудобно. Да, ночь наступает потихонечку, надо спать идти уже. Типичная прическа из Драгонбола. Слушай, походу у тебя задержки вообще нет, Несси. Прям вот под 3 секунды задержки, походу, между стримом и приемом тобой сигнала. Прям моментально пишешь. Экшен. Это игра не про экшен, это игра про... Это игра про фермерство. Нет, я знаю, что здесь есть экшен, но... Во имя симметрии. Два D Майнкрафт. Нет, это Harvest Moon типа. Harvest Moon like game, как ее называют. Я не знаю, что такое Harvest Moon. Я только понял, что это что-то типа того же про фермы. Но народ вроде как хвалит и типа это там какая-то, если не классика, то очень хорошая игра на сосолях, поэтому. Да, ну блин. Да, out of water, я понял. Но она не только из фермы состоит, просто я пока что только на ферме тусуюсь. 2D Майнкрафт. Вы уже 2D Майнкрафтом готовы даже террарию назвать, блин, хотя это ни хрена не так. Так, ну блин, ну... А, когда они это уже починят? Джожо Март, customers, our team members have removed the landslide caused by... I'd like to remind you the town drilling operation, central legal... Так, ну типа мы будем бурить гору, это легально, бла-бла-бла, вот. Мы извиняемся за... Ну, за все, короче. Мы будем шуметь, сорян. Грубо говоря. Так, давайте продадим месье рыболову немножко рыбы. Насколько я знаю, меня даже не пустят сейчас в этот самый... пещеры монстров рубить. Надо город изучать. Ну, кстати, я уже полтора часа в это играю, эти полтора часа. Почему здесь все прячется в долбанных кустах? Вылазь оттуда, коза. Или собака, что-то такое.
О, привет. Шейн. Don't you have work to do? У тебя есть работа? Так, мне мама говорила не общаться с бомжами. Так, нет, мне направо. Слышь, это моя помойка, пошел вон отсюда! Что? Небритый чувак, который говорит, у тебя есть работенка, говорит, что я копаюсь в помойке, и это отвратительно? Пошел ты, слышь! У нас здесь таких не любят. Пошел ты! Какой, блин, правильный какой. Не в помойке копаться нельзя, и что ты гадишь на газоне? Да что он о себе возомнил? Да, иди открывай свой долбанный магазин, ты. А что, 3DS, DS это не сосоль, по-твоему? Не знаю, должен ли был ему эту штуку продавать, но... Нет, симулятор бомжа это... Это Skyrim. Или Fallout. А у нас симулятор фермера-бомжа. Каждый чертов раз. Это может быть использовано в готовке. Хорошо, вообще не вопрос. Что-нибудь я могу с этим? Да ну, блин. Нет. Зато я могу вспахивать песок. Вы нашли потерянную книгу. The Library's Collection has expanded. Вы сейчас надо мной прикалываетесь, да? Я вообще на шар уткнул мотыгой в чертов пляж. И мне такие, эй, вы нашли книгу. Что? Какого хрена книга делает на пляже? Тут даже нет никаких лавочек, чтобы ее читать. Кто читал здесь книгу? Ты больной ублюдок. Кто ты? Почему ты читаешь книги на пляжах? Зачем ты это делаешь? Почему ты ходишь по земле? Ужас. Так, я слишком в шоке, чтобы продолжать. Я думаю, что мы сделаем паузу и после этого только продолжим. Буквально через пару секунд.